друзья, всем привет! Мы на пруду Черноморец. Сегодня 5 мая 2022 год. Сегодня мы выпускаем в наш водоем рыбу карп. Рыба трофейная. Вес рыбы, значит, от 3,5 до 10,5. Выпускаем общую массу тонну 200. Вот такой вот красавец будет поближе. Будет вас радовать паровозами. Вот такие вот у нас паровозики есть. Давайте начнем выпускать. Рыба, она уже устала сидеть. Так, друзья, рыба трофейная, значит, выпускаем специально для вас, у нас никаких ограничений по рыбе нет. Единственная просьба, но я думаю, к этому сам рыбак должен прийти. Если поймали большую рыбу, уважьте свой трофей, ведь 10 килограмм или плюс 7-8 килограмм минус, да? Ведь он жил не один год. Он жил для того, чтобы вам принести вот эти чувства, вот этот адреналин. Уважьте своего соперника, подарите ему жизнь. За это мы вам дадим несколько суток бесплатной рыбалки. Ну, отпускать, не отпускать, конечно, это ваше дело. Но я думаю, те времена уже ушли, да? Когда первобытные люди добывали себе еду. Сейчас у нас все есть. А рыба — это удовольствие. Поэтому призываю вас отпускать трофейную рыбу, снимать видео, как вы отпускаете. И мы вас будем за это благодарить. Пошла рыба в Черноморье! Друзья, так, на минуточку, это уже, значит, вместе запущено в Черноморец в новом сезоне 2022. Уже на минуточку 8 тонн 200. Я думаю, вопросов по рыбе у вас не должно быть, сколько рыбы в Черноморце. Еще месяц не прошел, при открытии сезона мы запустили 8200. И помните, кто видел зимнее видео, да, сколько рыбы у нас стоит возле аэраторов. Поэтому вот эти вот глупости, что на Черноморце рыбы нет, я думаю, это уже надо просто вот так вот и выбросить, не обращать на это внимания. Это неудачники, которые не умеют ловить рыбу. Специально к ним обращаюсь. Научитесь ловить рыбу. Будьте немножко добрее, и Черноморец даст вам рыбу. Будете злыми, говнистыми, Черноморец не даст вам рыбу. Всем пока!